Как говорила Фаина Раневская, люди как свечи. Либо горят, либо лечить ими. Привет, я Даша, и я сейчас еду на шашлыки к родичам. Шашлык-машликом. Вот она, фазенда. Их две. Вот это посвежее, а вот это древний вариант. Это ворота. Это мама. Это название улицы. Это название дома. А это мусорный бак. А это наша машина. А это мама звонила в дверь. И нам сейчас откроют. А это мама кричит ку-ку. Капитан, очевидность. Там питон. Заливается райский. Пахнет мясом. Пересушил маленько. И походу баня затоплена. О, дымок идет. О, сейчас зайдем в баню, посмотрим, она вообще шикарная. Ку-ку! Ку! Эй, родичи, открывайте! Пойду. Здрасте! Мам, открыли! Она кругом пошла. Здрасте. Да ты чё? А чё, звонок не звенит? Мы звонили, кричали. И... Вот только что я выходил. И это... Заходи, Дуэля. О, смотри, смотри, какая баня. Прям терем. Шикарно. Здрасте! Здрасте! Да, сюда все равно шашлыка, машлыка, машлыка, шашлыка. Еще порция пошла. Я вытащила тебе. О, проснулся. Лизик, 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 Аляпа. Ой, умываться начал. Видно тебе? Не, глаза не видно, он прищурил. Рыжик, рыжик. И глаза, правда, рыжие, так интересно. Рыжий вообще никогда не видела такого чуда. Рыжик, ну посмотри, я очень нашу ляпочку.